Добрый день. В этом году стартовала большая программа по комплексному благоустройству улиц Москвы. В этом году мы приступили к комплексному благоустройству 4 магистралей, которые вышли после строителей, после их локальных мероприятий, связанных с обустройством эстакад, развязок и так далее, в частности, Каширского шоссе. Всего в этом году мы приступили к реконструкции 4 магистралей. Это Ярославское, Ленинградское, Каширское, Варшавское шоссе. В следующем году будут выполнены работы еще на 2 магистралей. Помимо этого, мы приступили к проекту обустройства пешеходных маршрутов возле станции метро. Это сотни километров тропиночной дорожной сети. И поэтому можно сказать, что в целом в городе реализуется масштабная программа по обустройству дорог Москвы, комплексному благоустройству дорог Москвы. На примере Каширки можно видеть, как выполняется работа. Речь идет о создании новой тропиночной сети, создании новых скверов, небольших парков вдоль магистрали, благоустройству дворов, освещению, озеленению, создание новых газонов, цветников и так далее. Таким образом, чтобы даже такие проспекты, казалось бы, не самые презентабельные, как Каширка, выглядели не хуже, чем Кутузовский проспект и другие магистрали Москвы. Потому что на них также живет, как и на других магистралях, сотни тысяч москвичей. Каждый день по ним проезжает миллионы людей. Поэтому они, конечно, требуют дополнительного благоустройства. То, что вы видите сейчас, это первый этап благоустройства Каширского шоссе. Я думаю, что в этом и следующем году мы продолжим интенсивные работы по приведению в порядок этих магистралей. Спасибо.